secret now. Канал Лига Music Wars. Ребята, сегодня у нас прям беспрецедентная акция, прям вообще мы готовились, наверное, к ней неделю, может полторы, что думали, как и что, как запустить вообще. Это вообще единственная в своем роде, получается, такая акция, запущенная одновременно с двух ребят каналов. Итак, канал Лига Music Wars, ребята, и канал Макс Дракула представляют конкурс на мой лучший рисунок или Макс Дракула и доктор друзья, или Макс Дракула и доктор на Хэллоуине. Все данные, ребята, на этот конкурс размещайте, пожалуйста, в группе у Макса в определенной теме. В описании обязательно добавляйте ник свой из Ютуба, чтобы посмотреть выполнение задания. Вот прям очень интересно, как она пройдет, акция. Ну, все данные, ребята, о том, что нужно сделать, я вам оставлю в описании. А сейчас давайте еще раз кратко и быстро озвучим. Для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, вам необходимо быть подписанным на мой канал, вступить в мою группу, разместить работу для конкурса по определенной ссылке. В описании работы обязательно поставить логин из Ютуба, чтобы можно было вас найти. И вторая часть этого задания находится у Макса Дракулы. Так что спокойно переходим на его канал, смотрим видео, там вторая часть задания, что нужно сделать. Призовой фонд, ребята, составит 150 рубинов. 5 призовых мест будет. Причем люди, которые победят, будут сами выбирать себе призы, какие они захотят. Хотят маленькие подарки, хотят большие подарки, то есть не имеет значения. Все будут решать сами победители. Так как прошлые конкурсы, которые мы проводили, ставили по лайкам, но получилась такая вещь, что более умные люди начали там накручивать себе лайки, работы с ужасным качеством набирали кучу лайков. Поэтому, ребята, мы попросим другие каналы, это Макса Презента, если поможет. Поможет, наверное, Мануэл ТВ, если будет. И еще парочку пригласит Макс для оценки ваших работ. Все работы размещенные обязательно, ребята, просмотрим. И, соответственно, награждение будет проходить у нас 17 ноября. То есть до этого времени, ребята, принимаем ваши работы. Ну что, работы примерно выглядеть должны вот так. Так что рисуйте карандашом, рисуйте в фотошопе, составляйте тема Макс и док на Хэллоуине. Ну все, счастливо, ребята, ждем ваши работы.